Серьезные в работе, смешные на сцене. Кубок КВН разыграли накануне среди работников Севмаша. Свою работу на предприятии в миниатюрах зрителям показали 6 заводских команд. Берешь вот эту вот... деталь. Что? Присоединяешь к ней вот эту вот... втулку. Что? Так учитель русского языка проводит урок повышения грамотности работников на заводе. Кубок КВН уже во второй раз разыграли среди сотрудников Севмаша. Зрителям показали миниатюры из жизни заводчан. Вот важное совещание в кабинете директора. Ставлю завхоза! Там вы заклеили, я вообще-то здесь сижу! А ты что тут делаешь? Так это я вам мыло принес! О, пригодилось, повышаем ставочки! Шухер, директор! А вот сварщик и маляр совмещают работу и личную жизнь. Помалюйте здесь, прихватите здесь. Теперь можете обменяться гайками и скрепить свой союз крепким болтиком. К соревнованию 6 команд участников готовились около 3 месяцев. Мы на самом деле за это время вообще вот столько друзей обрели, можно сказать. Надо пытаться возрождать традицию проводить КВН. И не обязательно даже это должно быть заводским конкурсом. Это может быть и городской, между разными предприятиями. Перед командами стояла непростая задача – в шутках отразить свою работу. Очень сложно. Команды очень подготовлены. Болельщики очень сильно помогли, поддерживали команду. У кого было меньше поддержки, те команды чуть-чуть... волновались. Они раньше работали в одном цехе и даже не знали, что они есть такие, существуют. А сейчас они дружат, общаются. Очень интересное мероприятие. Понравилось, в восторге. Очень весело. Я работаю в 55-м цехе, болел, соответственно, за 55-й цех. Все было замечательно, все команды были здорово подготовлены. Главный приз юмористического соревнования забрала команда 55-го цеха. А еще выбрали мистера и мисс КВН. Одна из команд получила диплом за патриотизм. Ольга Савинова, Родион Саханько, Вестник Северодвинска.